Всем привет! Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, будет ли она скучать по России, когда переедет тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру. «Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию только с этой целью. У меня никогда не было такого, вот это место мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди». Я не очень много знаю о Торонто, но мне рассказывали, что это красивый, тихий город. Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни я смогу сфокусироваться на фигурном катании, сказала Медведева. Также фигуристка поделилась своими переживаниями во время реабилитации после травмы стопы. В этом сезоне я приобрела огромный опыт, испытала множество эмоций, хороших и плохих. Было крайне сложно просто сидеть на диване, просматривая интернет и видеть, как мои соперницы соревнуются, получают медали и даже не иметь возможности просто быть вместе с ними. Я с таким впервые столкнулась, и это было тяжело. Вот это выпало на олимпийский сезон. В голове было так много плохих мыслей. Но у меня была большая мотивация. Я ощущала поддержку близких людей и семьи. Я не была одна. Если бы я справлялась совсем в одиночку, вряд ли бы мне удалось дойти до Олимпийских игр, рассказала Медведева в интервью Olympic Channel. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Буду очень рада. Всем пока-пока!